Сегодня во всех церквях и храмах республики прошли богослужения в честь Прощенного Воскресения. Это один из самых светлых и добрых праздников православного мира. Прощенное Воскресенье празднуют перед началом Великого Поста, который является самым строгим, продолжительным и трудным. В его основе лежит следование за Иисусом Христом, который постился 40 дней в пустыне. Сегодня по традиции заканчивается употребление в пищу мясных и молочных продуктов. Однако главным в этот день должно стать духовное очищение, с которым следует вступить в долгий период Великого Поста. Согласно православным канонам, в этот день людям следует вспомнить все свои прегрешения и обиды, нанесенные близким, попросить у них прощения и самим от всего сердца их простить. Терпение, дары. И Господи, как дары мне свете прегрешаемо, не осуждать и брата моя, благословенное с ними Отца и Сына Святого Духа. Аминь. О традиции просить прощения в этот светлый день знают многие верующие, однако история ее появления знакома далеко не всем. Дело в том, что перед Пасхой монахи в Древнем Египте отправлялись на 40 дней в пустыню, где они возносили молитвы к Богу. Путь туда был трудным и опасным, поэтому уходящие были не уверены, что вернутся обратно домой. Перед походом монахи прощались с родными и искренне просили друг у друга прощения. Сегодня это не более чем традиция, однако верующие почитают этот праздник как день очищения и покаяния. Стелла Бязарова, Оксана Татаева, специально для программы «Неделя».